Баруха Тадунаи Лагину Мелехаолам Ашир Миколиами Баруха Благословен Ты Господь Бог наш Царь Вселенной, Дарваши нам свою Тору Благословен Господь дающий Тору Амин Ну собственно частью Торы является заповедь о праздниках и праздник, который мы празднуем сегодня Сукот, это множественное число от слова Сука, вот вы видите некое подобие и Праздник этот действительно является радостным, как Ребе сегодня сказал, это праздник единства. И, ну, собственно, тут много говорилось, я хотел бы обратить внимание на один очень интересный момент, на одну интересную параллель с Новым Заветом, со словами Ишуа. Ну, многие из вас знают, что в этот праздник предписано делать лулав и возносить его. То есть что такое лулав? Это, скажем так… Букет из трех растений плюс один и трог. это э, цитрусовый, похожий на лимон, фрукт такой плод. И интересно комментарии раввинов к пониманию, что такое этрог. Значит, этрог состоит, собственно, из ветви ивы, из ветви пальмы, из ветви мирта. И, соответственно, вот сам плод, вот этот вот этрог, ой, лулав состоит из трех видов ветвей и одного плода. Значит, и говорят, что ива, она плодов не имеет, она, соответственно, нету ни запаха, ни вкуса, есть нечего. Значит, и говорится о том, что это евреи, которые игнорируют заповеди, их им ничего не интересно, то есть это как светские евреи, но они все-таки евреи. Значит, э соответственно, мирт, запах есть, плодов нет, кушать нечего. <косых> Пальмовая ветвь, это, Соответственно, плоды есть, вкус есть, запаха нет особого такого приятного, как, скажем, у мирта. Этрог – это уже плод, который можно есть, который имеет и вкус, и запах, то есть представляет из себя как бы полноту совершенства. Значит, и это, соответственно, четыре вида евреев. Первые это те, которые вообще ничего интересно. Вторые, которые интересуются, но не соблюдают. Третьи интересуются, пытаются соблюдать, но не в полной мере. Четвертые символизирующие трог — это те, которые интересуются, соблюдают максимально насколько возможно посвящены всей своей жизнью Всевышнему. И вы знаете интересный момент. Я когда-то увидел параллель. С притчи Ишо я позволю себе ее зачитать. Значит, это Евангелие от Матфея, 13 глава с 3 стиха. Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали, то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло в тернии, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во сто крат, другое в шестьдесят, иное же в тридцать». Кто имеет уши слышать, да слышит. Похоже на четыре вида растений. Точно та же самая градация в отношении плодоносности, в отношении своего посвящения, эффективности. И интересно, что когда Ишуа комментирует свою притчу, значит, он говорит следующее. «Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. «А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен, когда настает, настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в терне означает того, кто слышит слово, но заботы века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно». Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова, разумеющего, и который бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной 60, иной в 30. То есть в соответствии с этой притчей это люди. Причем, вы знаете, когда-то я эту притчу воспринимал так, что ну, э, те первые, которые слушают, и приходят дьяволы и похищают, это неверующие. Ну, а, соответственно, дальше как бы неверующие, которым не интересно, неверующие, которым интересно, потом верующие, которым интересно, но не посвящены на 100%, и верующие, которые посвящены на 100%. Вы знаете, однажды Валентин Романович, когда, может, помните, проповедовал о четырех стульях, Значит, и там как раз вот он обратил внимание на такой момент, что когда Ишуа начинает говорить о первом, у кого похищает лукавое это слово, да, там сказано слушающий. И вы знаете, я задумался над тем, что ну, оказывается контекст этой притчи, вот слова, которые использует Ишуа, не говорит о неверующих. Он, собственно, говорит о каждом человеке, который является частью народа. Все здесь слушающие. Понимаете, не слушающие там, здесь все слушающие, но не каждый из нас эффективен на 100%, как мог бы, не каждый из нас представляет из себя вот этот этрог. Понимаете, о чем я говорю? Но все мы здесь, и у каждого есть возможность, у каждого есть потенциал перейти из разряда Ивы в разряд Мирта, потом в разряд Пальмового дерева, а потом в разряд самого этрога. И еще один интересный момент. Задача первосвященника была в том, чтобы взять вот все четыре вида растений в руки, вознести Господу, и он как бы ну, помахив, ну потрясал этими растениями на все четыре края земли. И это тоже очень интересно то, что все четыре вида растений, которые символизируют четыре вида слушающих. Слово о царстве. Они в руках Господа. Те, которые не слушают, они, собственно, тоже в руках Господа. Но вот это вот потрясание для меня лично, оно символизирует то, что Бог как бы призывает со всех краев земли и евреев, и неевреев, для того, чтобы соединить в своих руках всех и соделать одним целым, одним телом для того, чтобы в этом теле каждый имел возможность возрастать. Потому что ну, мы должны понимать, что не могут все быть в равной степени эффективны, хотя бы, как минимум, потому что не все здесь уже много лет верующие. А если мы вспомним слова Ишо про то, что отец виноградарь, я лоза и ветви на мне, не приносящие плода. Синодальный перевод, к сожалению, не дает точный перевод, но там правильнее было бы перевести. Всякая ветвь на мне, не приносящего плода, поднимается, и ну, то есть, если вот кто знает собственно, этот процесс в виноградарстве, то молодые ветви, побеги, которые вырастают вот, ну, в течение лета, они не обрезаются они именно поднимаются, обмываются, привязываются к кусту, то есть культивируются таким образом. Обрезаются ветви уже позже, виноградарь знает, когда что это делается или поздней весной, или, ранней, Ой, или поздней осенью, или ранней весной, именно обрезаются, которые... Виноградарь видит, что они будут бесплодны, они будут только соки тянуть на себя. И вот ключевой момент, вот эта вот категория ветвей, ветвь, которая на мне не приносящая плода. Это молодые побеги, это новообращенные люди. Поэтому мы должны понимать, что Господь смотрит объективно на каждого из нас. А теперь давайте и мы посмотрим каждый на себя объективно, для того, чтобы вот оказаться вот в этом лулаве, чтобы быть хотя бы одним из этих растений, чтобы действительно быть потрясаемым Господом, и как я вижу это, посылаем им и на север, и на юг, и на запад, и на восток, для того, чтобы потом совместно прийти с этим урожаем. И я бы хотел сейчас, чтобы мы ну, в соответствии вот с теми 70 жертвами, которые приносились в храм за все народы, чтобы вот это вот был действительно урожай, в сборе которого поучаствовали бы и мы, соответственно, чтобы это было урожай вот тех евреев, которые призваны быть носителями благовестия, значит, которые тоже должны быть в этом лаве, чтобы мы все вместе в единстве были в руках Господа, и Он делал бы с нами то, что Он хочет. А Он желает для нас наилучшего. Отец Небесный, слава Тебе! Дорогой Господь, мы весьма признательны Тебе за то, что Ты взял каждого из нас в свои руки, и Ты делаешь с нами то, что Тебе угодно. Я прошу Тебя, чтобы мы были Тебе послушны для того, чтобы воля Твоя о том, чтобы не погиб ни один из малых сих, чтобы воля Твоя, состоящая в том, чтобы Ты приводил и овец из других дворов, которые потеряны, которые погибшие, Господь, чтобы евреи и неевреи собирались вместе в Твоей суке, вместе собирались под Твоим покровом для того, чтобы славить Тебя, для того, чтобы благословлять Твое имя, для того, чтобы служить Тебе и исполнять Твою святую волю, чтобы все народы в конечном итоге приходили на сукот, в Иерусалим поклониться тебе, и чтобы ни одному из них не пришла безумная мысль, оставить это, потому что это не стоит того. Потому что Господь поклоняться тебе, оно действительно ценно. Благо для нас поклоняться тебе. Спасибо тебе, Отец, за все. Аминь.